Програма «Покликані жити», автор і ведуча програма Оксана Литвиненко. Наша програма как бы населена для людей, которые сегодня находятся в каких-то проблемах, в зависимости, не только в какой-то кризисной ситуации. И сегодня у нас в гостях был Андрей Поцелука, город Киев. Мы сегодня, он делится своей жизненной историей, вот, как он был в зависимости и как он получил свободу. Не бойтесь ломки, не бойтесь депрессии. Все это надо было бояться раньше, пока были в миру. Если придете к Богу, ничего этого не будет.